На Ленинском проспекте некому ловить нарушителей правил дорожного движения. В часы пик транспорт на нем скорее стоит, чем движется. 8:45 утра, Ленинский проспект. Автобусы на выделенной для общественного транспорта полосе тоже встречаются, но едут они со скоростью потока, потому что почти вся полоса занята личными автомобилями. И водители точно знают, им за это ничего не будет. Такая картина на перекрестке Ленинского и Жукова наблюдается с понедельника по пятницу. Жители разросшегося юго-запада вынуждены как-то выбираться на работу в другие районы города. Транспортная инфраструктура к такой нагрузке оказалась не готова. Выделенные полосы проблему не решили. Нет! Почему? Вон, посмотри, что на выделенной полосе делается. Они все по выделенной полосе ездят и ездят. Все машины. Если бы пару раз штрафанули бы, раза три, то бы было бы нормально. Несмотря на сумму штрафа за проезд по выделенной полосе, а в Петербурге это 3000 рублей, сотрудники госавтоинспекции здесь бывают нечасто. Камер, автоматически фотографирующих нарушителей, здесь тоже пока нет, но их разместят. Причем не на улице, а внутри самих автобусов. Правда, когда это случится, неизвестно. Разместить один комплекс в автобусе, и дальше мы будем иметь администрирование по всей выделенной полосе, до тех пор, пока водители не будут знать, в каком автобусе едет эта камера. Потом переставим в другой автобус, и тогда мы решим эту самую проблему. Отсутствие неотвратимости наказания как раз и создает вот эти предпосылки. Впрочем, наземный общественный транспорт может создать себе помехи и сам, без участия автомобилистов. Например, организовав на выделенных для движения полосах стоянку.